Я сижу и размышляю о нашей теме на этот год «Небеса на земле». Я поняла, что когда началась пандемия COVID-19, Бог не забрал свои слова назад и положил их на полку до дальнейших распоряжений. Прямо посреди испытания, с которым столкнулся мир, небеса пришли на землю. Почему я так считаю? Я верю и понимаю, а мой пастор помог мне осознать, что небеса на земле — это не кучка христиан где-то в углу, которые светятся в темноте или парят над землей в духовном пузыре. Небеса на земле означает, что потерянные слышат Евангелие и ощущают прикосновение Божьей любви. Одинокие чувствуют любовь и поддержку, а бедные получают заботу. Доброе утро вам, где бы вы нас ни смотрели. На ТБН, One Gospel, в Фейсбуке, Ютубе и на онлайн-платформе CRC. Нас ждет фантастическое время в Божьем присутствии. Ваши аплодисменты. Итак, давайте начинаем. Давайте продолжим славить Царя царей и Господа Господ. Он достоин. Аллилуйя. I am free in your presence, oh, hey. You have lifted my burden, you surround me with your grace, full of hope in your presence, oh, and I can't stop singing but your love. I can't stop singing, but
Father, mighty God, ever present help in time of need. This morning, if you need prayer for anything, God is right there to touch you, to meet you at your point of need. If you need prayer, connect with us on the online platforms. We want to take hands with you. So if that is you this morning, reach out to us as we're going to continue to worship in Jesus' mighty name. Remain the same, yeah. Your history can prove.
Южная Африка, Иисус никогда не подведет вас. Аллилуйя. Аллилуйя. И аллилуйя. Прославьте Иисуса прямо перед экраном вашего телевизора или компьютера. Воздайте Ему громкую хвалу во имя Иисуса. Аллилуйя. Велика Его верность. Я хочу сказать вам, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог держит под контролем наше будущее. Бог держит под контролем ваше будущее. Бог держит под контролем будущее всего ЮАР. Вспомните все, через что Бог провел вас лично. Вспомните все, через что Бог провел нашу страну, и все, через что Бог провел этот мир. Это всего лишь очередное препятствие, очередная преграда, которую мы преодолеем. Благодаря нашему Господу Иисусу мы одержим победу, потому что велика Его верность нам во имя Иисуса. Мы одержим победу во имя Господа Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Приветствую вас. Приветствую всех наших зрителей с телеканала ТБН, One Gospel, YouTube и канала CRC по всей территории Африки. Я хочу поприветствовать всех наших пасторов, епископов, священников и служителей. Мы любим вас и постоянно думаем о вас. Мы знаем, что Бог верен. Он будет хранить вас в безопасности, потому что Он прекрасный пастырь. И поэтому Он будет вести и направлять вас, и вы ни в чем не будете нуждаться во имя Иисуса. Любви всем вам и мира вам. Аминь и аминь. А также силы вам и мужества. Ваши лучшие дни еще впереди. Это не последняя глава, а лишь очередная глава, в которой впервые застрял весь мир. Но мы все это преодолеем, и будет новая глава. Бог благословляет докторов и политиков и помогает нашему миру двигаться дальше. Из кризиса в то, что Он для нас приготовил. Если вы верите в это, то скажите хорошее «Аминь» и воздайте хвалу Богу. Если Бог за вас, то кто может быть против вас? Во имя Иисуса. Аминь. Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу щедрость. Наша церковь взяла на себя ответственность раздавать 50 тысяч продуктовых пакетов. За первые три недели мы уже раздали 15 тысяч. Поэтому я благодарю каждого из вас за вашу щедрость. Некоторые из вас дают в нужде, но, как сказал Павел в послании к Филиппийцам, 4 главе, 8 и 9 стихах, «Мой Бог восполнит всякую вашу нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом». Аминь. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь, если вы еще не сидите. Также приветствую всех, кто у экранов. Сегодня я хочу продолжить разговор о восстановлении вашей жизни. Название моей сегодняшней проповеди немного двусмысленное. Результат теста положительный. Результат теста положительный. Некоторые люди настолько негативны, что сами остаются в темной комнате, но сейчас, как никогда, важно положительное или позитивное отношение. В притчах 29 главе 18 стихе сказано.
Без откровения свыше народ не обуздан. А у Иеремии, 29 главе, 11 стихе, Бог говорит, «Неважно, сколько раз вы уже это слушали, я все равно это скажу. Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И еще один мой любимый стих из Библии. Это первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Я хочу сказать вам, с чем бы вы ни столкнули сейчас, Бог поднимет вас из пепла, и вы построите жизнь, бизнес, церковь, служение, семью так, как Бог и планировал. Последнее слово вашей жизни не может быть за условиями. Если верите, то скажите на это «Аминь» во имя Иисуса. Ну что ж, вернемся к книге Неемии. 2 глава, 17 стих. «И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне». Я хотел бы выразить почтение нашему президенту и поблагодарить его за слова, сказанные на этой неделе о Южной Африке и консультативном правительстве. Мы рады, что спустя 8 недель религиозные лидеры встретятся с правительством, чтобы поговорить о роли церкви в это время кризиса и о ее роли в восстановлении нашей страны. Мы благодарны за то, что наше правительство консультируется со всеми сферами населения. Также мы рады новому подходу к открытию малого бизнеса. Очевидно, что это рискованный шаг, но люди смогут вернуться к прежней жизни, чувствуя себя защищенными. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности воплощения нашей стратегии для всех церквей ЮАР. У нас есть идеи о том, как церкви могут поэтапно вернуться к прежнему функционированию. Процесс состоит из 5 этапов, но речь не о массовых собраниях, а о молитвенных собраниях и возможности собираться. Христианство никогда не преуспеет в изоляции. Оно может преуспевать в гонениях. Поэтому мы благодарим Бога за правительство, которое выслушает церковь и будет с ней сотрудничать, чтобы она стала церковью Иисуса Христа в ЮАР. И все верующие, все пасторы и все 6% населения ЮАР скажут на это «Аминь». Многие спрашивают меня, «Пастор, а зачем вам сражаться за судьбу церкви в целом? Церковь и так просуществовала 2000 лет». Как мы слышали на этой неделе, этот кризис оказался таким серьезным, что некоторые вещи были пересмотрены. Я очень рад и верю всем сердцем, что правительство готово ратифицировать свою позицию по отношению к церкви и признать, что она только помогает справиться со стрессом в стране. Аллилуйя. Хорошие дни еще впереди. Бог обратит наш плач в танцы. У Бога все под контролем, и мы восстановим нашу жизнь быстрее, чем мы думали. Об этом мы поговорим сегодня. А если вам не нравится «Надежда», то можете переключать на другой канал. Если вам не нравится положительный настрой в плохой ситуации, то я вам не подойду. Я хочу нести вам хорошие новости, потому что в этом заключается Евангелие Иисуса. Итак, Неемия приезжает в Иерусалим, который 90 лет был на изоляции. Его ворота сожжены, город стал пепелищем. Но Неемия приезжает с видением и говорит, давайте отстроим город. Он делится этим видением с людьми, и люди отвечают, давайте сделаем это. Думаю, именно такое отношение нужно нам сегодня. Нам нужны не критики, а активные люди, которые думают о том, как открыть свой бизнес, не забывая о безопасности, как открыть церкви, как отстроить экономику, пока мы сражаемся с этим вирусом. Но в Библии всегда есть ответ на все. Нам не нужно открывать энциклопедию, чтобы узнать, как справиться с проблемой. Слава Богу за ученых, но решение для борьбы с проблемами мы можем найти в Библии. Именно этим мы займемся сегодня.
как христиане и все население должны справляться с проблемами, не имея 4 глава 6 стих. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Меньше всего нам нужно, чтобы все забились в угол и жалели себя или пассивно ждали окончания изоляции. На этой неделе я разговаривал с одним человеком и спросил у него, «Как вы поживаете?» Он ответил, «Лучше не бывает». «Как это? Вы же закрыли свой бизнес». «Нет, я нашел себе занятие, которое сейчас более важно для Южной Африки. Давайте поговорим об этом. Мы не можем сидеть как жертвы и чего-то ждать». Даже 4 прокаженным из Библии хватило здравого смысла, чтобы сказать, «Мы не можем просто сидеть и чего-то ждать. Нам нужно найти способ, как сделать все по-новому. Может, не стоит спать весь день, а лучше учиться чему-то онлайн? Получите еще один диплом, может, получите степень магистра, занимайтесь самообразованием. Это доказанный факт, что в такие времена люди с хорошим образованием находят хорошую работу. Каждый из нас должен стать строителем. Каждый. У каждого должно быть мышление строителя. Как бы ни было сложно, и каким бы невозможным это ни казалось, сколько бы дверей ни закрылось, постучитесь в другие двери. Какой бы невозможной ни выглядела ситуация, сейчас самое время делать то, во что вы верите. Объединитесь с Богом и верьте, что с Богом возможно все. Сейчас самое время верить в то, что Бог проложит путь даже там, где его нет. Вчера мы заказали еду с доставкой на дом. Один член нашей церкви, чей бизнес закрылся, решил, а почему бы нам не заняться едой? И Бог благословляет их в этом начинании. Всегда есть что-то, что вы можете делать. Аминь. Это не та мысль, которую навязывают нам новости. Они хотят, чтобы вы думали, что нужно просто сидеть и ждать. Может, вы остались дома, но у вас все еще есть мозги, у вас есть интернет, через который вы можете работать. В каждой плохой ситуации есть множество возможностей. Даже перед лицом кризиса мы должны убедиться, что наши отношения помогут нам пройти этот кризис, и мы не будем полны негатива, цинизма, жалоб, ропота и критики. Мы все должны быть активными. Каждый может сделать хоть что-то для восстановления этого мира и собрать вокруг себя единомышленников. Итак, главное, не превращайтесь в диванного жителя, но вы можете сказать «Аминь» и на диване. Итак, они построили стену, потому что люди были настроены на работу. Но потом они столкнулись с сопротивлением. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Итак, первым шагом христианина всегда должна быть молитва. Молитва имеет силу. Молитва нарушает планы врага. Молитва вдохновляет наш дух на креативные идеи. Молитва соединяет нас с мудростью небес. А вот почему Библия говорит, что первое, что нужно делать во время испытания, это молиться. Когда Иосафат встретился с огромной армией, то первое, что он сделал, помолился. И вот как мы сражаемся. Мы молимся, молимся неустанно, молимся против сил тьмы, против планов врага, а также мы молимся о мудрости. Мы молимся о том, чтобы Бог благословил ученых, дал нам благоволение, открыл двери, которые кажутся закрытыми. Молитва имеет силу, потому что она способна поставить вас на ноги. Люди, которые не молятся или молятся неправильно, не наполнены надеждой. Но если мы молимся, общаемся с небесами, то с чем бы мы ни столкнулись, мы помним, что Бог за нас, а не против нас. Мы будем побеждать, а не проигрывать. Мы будем головой, а не хвостом. Мы будем торжествовать во имя Иисуса. Мы поднимемся из пепла. Мы выйдем из этой ситуации лучшими. Мы выйдем из этого сильнее. С нашим Богом мы будем идти отважно. Мы имеем надежду. Мы имеем тот же дух, что и у Иисуса Христа. Как же мы можем просто сидеть и не думать обо всех возможностях? Очень просто видеть сейчас все преграды. Просто сконцентрироваться на великанах,
Но побеждающие видят возможности даже посреди трудностей. Они видят ступени, тогда как другие видят камни преткновения. Я верю, когда вы начнете молиться, Бог будет показывать вам, что вы можете делать. Помните, на одном из собраний я говорил, что Бог будет давать вам новые идеи, креативные идеи, мудрость, идеи для изобретений. Бог проведет вас через эту ситуацию. Вы пройдете через эту долину, через этот огонь и не обгорите. Вы пройдете через воды и не утонете. Я провозглашаю вашу жизнь, что вы выйдете из этой ситуации сильнее, чем раньше. Итак, приходит сопротивление. Кто-то против восстановления стены. У Неемии была стратегия. Он расставил людей по стенам. Так же нужно сделать и нашему правительству. Поместить церковь на ее законное место. Поместить бизнес на его законное место. Поместить социальные службы на их место. Он расставил всех. Всех, а не некоторых. Всем нужно занять свое место на стене, чтобы отстроить Южную Африку и ее будущее. Итак, они закрыли нижние проходы и расставили людей по стенам. И вот послушайте, что было дальше. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, начальствующим и прочему народу, не бойтесь». Аллилуйя. На этой неделе я общался с людьми, и все они рассказывали только о том, что говорят в новостях. А я слушал их и думал, как можно быть настолько охваченными страхом? Я понимаю, что угроза реальна, но страх лишает нас веры и уничтожает нашу смелость. Сейчас, как никогда, нам нужна смелость. Это врожденная способность подавлять и контролировать страх. Страх тревожит наш разум. Поэтому мы не можем допустить его в наши сердца. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого разума. Когда пришла опасность, Неемия сказал, «Не бойтесь». Некоторые думают, что изоляция скоро закончится, но она может продолжаться какое-то время. Осознавая это, мне нужно быть устойчивым и весьма креативным. Мне нужно иметь связь с Богом. Мне нужно быть бдительным. Мне нужно взять контроль над собственной жизнью. Да, мне нужно контролировать свою жизнь. Это не означает, что я буду бунтовать против кого-то, но это означает, что Божьи обещания все еще «да» и «аминь». Мой дух противится и протестует, когда люди говорят, церковных собраний больше никогда не будет. Я это не принимаю, потому что Иисус сказал, «Я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Бог начал свою церковь в день Пятидесятницы. Она была славной, к ней присоединялись тысячи людей. Церковь в Иерусалиме собиралась вместе, а в ней были десятки тысяч людей. Церковь, которой Тимофей руководил в Эфесе, была больше 10 тысяч. Потом пришли гонения, люди рассеялись. Но они всегда возвращались к своей цели. Они решили, что не собираются сдаваться. Они не собирались молчать. Вы никогда не остановите нас в нашей вере и на пути к нашей цели. Если вы перекроете этот путь, то мы пойдем другим. Если это не сработает, то мы изменим тактику. Но одного у нас никогда не отнять. Это сила Духа. Это именно та устойчивость, которая так необходима в это время. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Во имя Иисуса я поднимусь снова. Я буду продолжать двигаться вперед. Если я не смогу бежать, я буду идти. Если я не смогу идти, я буду ползти. Если я не смогу ползти, то я буду тянуть за собой ноги. Но если я не смогу ползти и тянуть свои ноги, я буду шевелить пальцами. А в любом случае, я не перестану двигаться во имя Иисуса. В нем я живу, двигаюсь и существую.
во имя Иисуса. Если вы переживаете стресс, просто прославьте Бога. Вы можете прославлять Его даже у телевизора. Просто что-то скажите. Кто-то написал нам на днях, почему этот проповедник постоянно кричит. Я не кричу, я так проповедую. А это большая разница. Кому-то же нужно говорить громче ваших эмоций, вашего неверия, неопределенности и страха, чтобы вы все же начали верить. Это то, что в моих силах. Я не машу белым платком и не причитаю. Жизнь уже никогда не будет прежней. Никогда не будет прежней. Всему пришел конец. Это конец. Иисус, приди прямо сейчас. Закричите хоть что-то. Поднимитесь с места и сделайте, ну, хоть что-то. Аллилуйя. Закричите победным голосом. Скажите, разве Иисус сказал, что всему конец? Он сказал, трудитесь, пока я не приду. Иисус сказал, будьте заняты делом. Мы должны планировать и надеяться на лучшее. Даже если проходим что-то ужасное, мы все еще должны планировать новый бизнес, новые здания, новые торговые центры, новое великое будущее во имя Иисуса Христа, и мы будем делать это, пока не придет Иисус. Закричите на это «Аминь» и «Аллилуйя». У Неемии тоже могло быть такое отношение. Он мог бы сказать, многие пытались, и 90 лет у них ничего не получалось. Поэтому и мне ничего не остается, как согласиться с CNN и с тем, что говорят в Америке и в Европе. Я сказал кому-то на этой неделе, я не живу в Америке, я не живу в Европе, я живу в ЮАР, я африканец. Мы победили много вещей, и мы победим этот вирус во имя Иисуса и силой крови Агнца. Мы одержим победу и станем сильнее, как страна. Мы станем более благословенными. Потому что благословен народ, чей Бог Господь, во имя Иисуса. Итак, Неемия и те люди были посвящены. Когда враги атаковали их, он сделал две вещи. Все строили в одной руке с мечом. Когда я в последний раз выходил с мечом, люди сказали, что это было очень агрессивно. Друзья, это всего лишь иллюстрация. Поэтому мир, мир, мир. В одной руке у них был меч, а в другой — то, чем они строили. Так что же я пытаюсь сказать? Когда мы вернемся к обычной жизни, нам нужно быть бдительными и с помощью молитвы сражаться с невидимым врагом. Нам нужно сражаться с этим коронавирусом и силами, которые стоят за ним. Мы воюем не против крови и плоти, но пока мы отстраиваем свои стены, нам нужно сражаться с вирусом. Как? Соблюдать дистанцию, мыть руки, проводить дезинфекцию, заставлять людей носить маски на рабочих местах и делать все возможное, чтобы побороть этот вирус во имя Иисуса Христа. И пока мы строим нашу жизнь, мы будем сражаться с этим вирусом, сколько понадобится. Мы не будем просто сидеть в углу и возмущаться. Во времена Неемии поступали не так. Враг был вполне реальным, и угроза была реальной, проблема была вполне реальной, поэтому они сфокусировались на процессе восстановления. Они были сильно сконцентрированы на построении стены. Бдительность, соблюдение дистанции, безопасность, дезинфекция, мытье и чистка поверхностей. Все, что требуется для победы над этим вирусом, вот и все. Но это не единственное, что мы можем делать. Основное, чем они занимались, это постройка. В первую очередь им нужно было мышление строителя. Библия говорит, что люди намеревались строить. Хотя угроза была реальной, они не поддались угрозе. Они решили строить стену там, где их поставили. Это я и хочу сказать всем в Южной Африке, всем христианам
и всем, кто еще не рожден свыше, пора взять контроль над ситуацией, и пора снова взяться за лопату. Пора жить вашим мечтам о будущем. Продолжайте мечтать. Продолжайте провозглашать свое видение и строить стратегии для вашего бизнеса. Пора строить свою жизнь так, как пообещал Бог. Стройте церковь. Стройте общество, стройте свою страну и ее экономику. Нам нужны все с мышлением строителя во имя Иисуса. Аминь. А вот так пример устойчивости. Люди не просто забились в угол или спрятались под одеяло и чего-то ждут. Люди смотрели в лицо реальности. Враг был реальным. Но не враг диктует нам условия. Это делает видение и миссия. Какая была у них миссия? Восстановить стену, восстановить жизнь, построить будущее, построить служение, построить семью, быть строителем. Как видите, иногда им приходилось менять стратегию. А когда они уставали, они продолжали действовать. Когда они уставали от коронавируса, они продолжали действовать во имя Иисуса. Скажите «Аминь». Аллилуйя. Если двигаться вперед тяжело, то самое время двигаться. Если что-то кажется невозможным, то пора молиться усерднее. Быть более бдительным и более позитивным во имя Иисуса. Как бы ни было плохо, вы рождены свыше, и внутри вас есть семя величия. Лучшее, что вы можете сделать в это время, это поработать над вашим отношением. Иногда между неудачей и успехом стоит лишь одна мелочь под названием «отношения». Отношения — это мелочь, которая может принести огромную разницу в жизнь человека. Успешные люди находят способ, как перепрыгнуть преграды, обойти помехи, которые обычно тормозят других людей. Они не позволяют негативным эмоциям взять над собой верх. Они остаются сконцентрированными на самом главном — на видении и на миссии. Какими бы ни были препятствия, каким бы сильным ни было сопротивление, сопротивление будет всегда. Их просто не остановить, как и первую церковь. Им угрожали, их преследовали, сажали в тюрьмы, избивали, убивали, но их было не остановить. У них было четкое видение — нести Евангелие по всему миру. Эта их внутренняя сила духа заставляла их искать возможности, пока другие поддавались безнадёге и отчаянию. В отличие от тех, кто видит трудности в каждой возможности, они видят возможность в каждой трудности. Поэтому нам нужно поговорить об отношениях. Павел писал, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это означает, что я могу победить это, потому что такова воля Божия для меня. Не своими силами, а силой и помазанием Иисуса Христа. Аллилуйя. 5 советов о том, как сохранить позитивный настрой. Дам вам первый. Сохраняйте чувство юмора. Аминь. Мне нужно поработать над этим. Смех — это лекарство. В притчах 17 главе, 22 стихе, сказано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Что мне нравится в ЮАР, так это то, что даже в самых ужасных ситуациях в СМИ можно увидеть что-то смешное. Некоторые шутки не очень хорошие, но большинство все же хорошие. Нам нужно смеяться, потому что те, кто смеются, дольше живут. Услышу я на это ваше аминь. Итак, Неемия,
8 глава, 10 стих. «Радость пред Господом — подкрепление для вас». Поэтому время от времени нам нужно делать шаг назад и находить поводы для смеха и веселья. Скажите «Аминь». Далее у нас идет номер 2. Будьте умственно готовы. Скажу, как тяжелые времена не навсегда, а крепкие люди надолго. Будьте готовы к худшему, но надейтесь на лучшее. Некоторые из вас хотят вернуться в свой бизнес, но не могут. Я прошу Бога, чтобы в ближайшее время вы смогли вернуться к своему бизнесу. Не забывайте, что ваш бизнес должен быть без рисков, и вы должны защищать тех, кто на вас работает. Поэтому нам всем нужно научиться жить иначе и планировать иначе. Быть готовым означает продумать даже самый ужасный сценарий и какой будет моя реакция, чтобы выйти из этого успешно. Итак, оптимизм — это все. Готовясь к проповеди, я вспомнил об одном человеке в Америке с многочисленными ранениями. Выглядело так, что он может не выжить. Его повезли в больницу, закатили в операционную и положили на операционный стол. И когда он посмотрел на лицо докторов и остального медперсонала, то по их лицам понял, что он не выживет. Судя по их лицам, у него не было и шанса. Тогда он схватил одного доктора и сказал: «Доктор, не оперируйте меня как того, кто не выживет. Оперируйте меня так, будто бы я буду жить». Аллилуйя. Я хочу сказать вам, что вы будете жить и не умрете. Вы будете наверху, а не внизу. Вы будете процветать, а не просто выживать. В итоге вы будете еще сильнее. Во имя Иисуса. Далее номер 3. Подводите итоги всего, что с вами было. Все мы прошли через многое. И иногда то, что мы уже прошли, должно придавать нам сил и уверенности в нынешних трудностях. Потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Писатель Майя Анджело сказал: «Мы можем сталкиваться с поражениями, но мы не должны быть в поражении». Давид говорил: «Сколько бы раз я ни упал, я буду подниматься». Далее, номер 4. Воспринимайте трудности как шанс для новых возможностей. Тут самое время вспомнить послание Иакова. 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть во время трудностей мы должны приближаться к Богу, и Бог будет давать вам мудрость, новые и креативные идеи во имя Иисуса. Это шанс для вас, чтобы копнуть поглубже. Если вы столкнулись с препятствием, продолжайте двигаться дальше, потому что каждое препятствие — это возможность что-то изменить. Изменить свой курс, заново найти себя и обнаружить неизвестный мост, который перенесет вас над этой преградой. Наполеон Хилл сказал: «В каждой трудности есть возможность или большое преимущество». Получается, что секрет успеха — это способность принять трудность как возможность изменить себя и свою ситуацию. Я не собираюсь ложиться. Я прогнусь и снова поднимусь. А это подводит нас к пятому номеру. Никогда не сдавайтесь. Послание к Ефесянам 6 главе 10 стихе сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Сколько бы раз вас не сбили с ног, примите решение подняться во имя Иисуса. Найдите себя. Станьте сильнее и решительнее. Вы рождены от Бога и призваны побеждать. Поэтому решите: я не буду сдаваться. Те, кто сдаются, не побеждают. Я не буду поднимать белый флаг. Я продолжу идти вперед». Так же поступали во времена Неемии. Будьте решительны, подходя к своей проблеме. Я уже почти закончил. Я побеждаю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.
Уинстон Черчилль произнес свои известные слова: «Никогда не уступайте ничему, ни большому, ни маленькому, ни грандиозному, ни мелочному, не уступайте ничему, кроме убеждений, чести, здравого смысла. Никогда не идите на уступки перед силой, видимой мощи врага». Мы стояли все вместе год назад, и многим странам казалось, что наш счет закрыт. Пришел конец всему — нашим традициям, песням, школам и истории. Эта часть истории закончилась и ликвидирована. Сегодня настроение совсем другое. Британия. Другие страны думали, что память о тебе стерта с доски. Но вместо этого наша страна стояла в проломе и даже не думала о том, чтобы уступать. Другим это казалось чудом, но мы, жители этих островов, никогда не сомневались в себе. Сейчас мы оказались в таком положении, где можем быть уверены, что для того, чтобы победить, нужно только выстоять. Вот что такое несломленный дух. Вот чего Бог ждет от каждого из нас. Решите для себя: если Бог за меня, то кто может быть против? Никогда не сдавайтесь. Я помню, что у вас есть трудности, и что они реальны. Я помню, что вы столкнулись с неопределенностью. Я знаю, что вы не одиноки, поэтому поднимайтесь на ноги, стойте внутри и снаружи, возьмите оружие в одну руку и сражайтесь с этим вирусом, как только можете, а также возьмитесь за лопату и отстраивайте свою жизнь во имя Иисуса. Вы все преодолеете. Мы вместе все преодолеем. ЮАР все преодолеет. CRC все преодолеет. И мы построим стену, которая будет еще сильнее, чем раньше. Ничто не сможет остановить нас. Если Бог за нас, то кто может быть против нас? Скачите с места хоть на одну секунду и воздайте Богу хвалу во имя Господа Иисуса Христа. Вы можете славословить и говорить: «Бог с нами, и Он даст нам успех». Я говорю: Бог с нами, и Он даст нам успех. Мы все преодолеем, и мы построим эту стену для славы Божией. Аллилуйя! Пусть хвала Ему звучит по всей Южной Африке. Аллилуйя! 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 Господь, ваш пастырь, Он будет вести и направлять вас. Он никогда не оставит вас. Во имя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы вы приближались к Богу, и Бог наполнял вас силой свыше. Пусть Бог дает вам видение и идеи. Пусть Он открывает закрытые двери, чтобы ваш дух был настолько наполнен Богом, чтобы вся безнадега покинула вас. И давайте строить стену. В одни не имея стену, строили все вместе. Если вы работаете чуть быстрее, не забывайте о тех, кто остался позади. Давайте будем поднимать их. Давайте и дальше кормить людей. Давайте и дальше придумывать идеи, которые будут поднимать людей и нашу церковь. Давайте будем надеждой. Давайте будем руками и ногами нашего Господа Иисуса Христа для славы Божией. Я хочу сказать вам, что Бог любит вас, и Он не бросил вас. Бог так сильно любит каждого из нас, что 2000 лет назад Он послал к нам Своего Сына. Сегодня все соцсети завалены просьбами людей о помощи. Многие люди на грани самоубийства, и это разбивает мне сердце, а еще и домашнее насилие и так далее. Иисус все еще остается ответом. Я знаю, что может казаться, что будущего нет, но Иисус может стать вашей скалой и якорем для вашей души. Я хотел бы помолиться за вас. Возможно, вы оказались в безнадежной ситуации и никогда не отдавали свою жизнь Иисусу. Возможно, вы уже делали это,
но в какой-то момент разочаровались, разозлились или обиделись. Я не знаю. Но после 2 месяцев изоляции любой человек может задуматься о вечности. А что будет со мной, если я умру? Нет никакого чистилища или зала ожидания, и не будет второго шанса. Это единственная жизнь, которая у вас будет и вообще есть. И Бог послал своего Сына не для того, чтобы осудить вас, но чтобы спасти вас. И сегодня я хотел бы помолиться с вами прямо там, где вы находитесь. Откройте свое сердце и пригласите Иисуса. А вот как все просто. Вернитесь к Богу. Просто скажите: «Господь, прости, ты нужен мне. Я возвращаюсь к тебе». Если вы желаете этого, то давайте помолимся. Просто положите руку на сердце. Забудьте о тех, кто вас окружает, и просто повторяйте за мною эти слова. Скажите: «Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты умер за мои грехи, воскрес из мертвых, и теперь Ты живой. Сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Спасибо за прощение. Я рожден свыше. Теперь я Твое дитя. Во имя Иисуса. Аминь». Бог услышал вашу молитву, и теперь ангел радуется на небесах вашему решению. Свяжитесь с нами. Мы хотим подарить вам Библию и связать вас с другими верующими. Никто не должен проходить этот путь в изоляции. Напишите нам. Пусть Бог благословит вас. Пусть любовь Божия, благодать Господа Иисуса и общение Святого Духа будут с вами. Пусть Бог ведет и направляет вас. 22-й Псалом, 90-й Псалом. Очень много красивых мест Писания. Господь — ваш пастырь. Его благость и милость будут сопровождать вас. Я молюсь о том, чтобы Бог был в вашем доме, в вашем браке, в вашей семье и в вашем разуме. Все, к чему прикасаются ваши руки, будет благословенно. Бог все держит под контролем. Аминь. Аллилуйя.